Данные просканированы. Загрузка. Мы получили материалы, указывающие на недобросовестность одной фармакологической корпорации, а также на то, что кто-то был очень близок к созданию вакцины. Надо найти человека, предоставившего эти сведения. Скорее всего, это Джуди Уолтерс, сотрудница компании Vexix. Последний раз ее видели в головном офисе Vexix'а. Зоны. Поблизости обнаружена эхозапись. Извините, господа, но я попрошу вас удалиться. Мы просто хотим обсохнуть. Извините, отстань. Но вам придется забрать свои вещи и покинуть это место. Вы препятствуете движению машин. Нет тут никаких машин. Чего ты? Они же не звери, мистер Валесси. Я еще раз попытаюсь их переубедить. Джуди, убедить вы их или нет, мы все равно даем этому материалу ход. Если не хотите, мы не станем звать вас на эфир, ну хотя бы. Раздобудьте мне доказательства. Мне пора. Я перезвоню. Подожди. Мистер Валесси, я серьезно. Я не буду с вами разговаривать, пока не дам им второй шанс. Я надеюсь, что вы их убедите. Но если нет, я буду ждать вас снаружи. У меня прямой эфир в 7 часов. Джуди, тебя просят пройти в переговорную.
активный эхо-маяк. Джуди, куда ты пошла? Знаете, будь у нас больше ресурсов, мы бы получили эту вакцину. Я-то полагала, что нас прежде всего должны заботить люди, а не деньги. Охрана. Мэтью, мисс Уолтер спускается вниз. Задержи ее, пожалуйста. Джуди? Хорошо. Уолтерс, подождите! Пусти меня! Да что там вообще происходит? Буквально у меня на глазах. Боже мой, Вик, без нее весь сюжет развалится. Может сделать что-нибудь по 9951? У тебя есть что-то на эту тему? Нет, но... Подожди-ка. У нас будет сюжет. Черт, все кончилось плохо. Была у Вексикс вакцина или нет, мы не знаем, но на этой USB-флешке могут оказаться критически важные данные. Я постараюсь найти этого Рика Валесси. Спасибо, агент. Ген, ты наверняка и без меня знаешь, что это просто великолепная работа. Знаешь же ведь, да? А тебе кто-нибудь говорил, что ты потрясающе выглядишь? Честное слово. Конец связи. Вы вошли в безопасную зону.
Я прошу вас, отпустите его! Он же ничего вам не сделал! Может, он и не делал, зато я сейчас точно кое-что ему сделаю! Этот сигнал. Это аварийный маячок агента первой волны. Он просто взял и включился, без предупреждения. Что за херня? Я знаю не больше твоего. Постарайся определить его координаты. И молись, чтобы он не выключился. Мы поймали сигнал агента первой волны. Передатчик находится в здании полицейской академии. Будем отслеживать сигнал призрака при каждом включении. А если агент, за которым он был закреплен, окажется жив, еще лучше. Скорее всего, агент уже погиб. Но если ты выяснишь, как туда попал маячок и что стало с тем агентом, которому он принадлежал, нам будет проще понять, что же пошло не так. Лучшее снаряжение во всем городе. Мы поймали аварийный сигнал из полицейской академии. Технология «Призрак», сигнатура агентов первой волны. Передача сигнала ведется и сейчас. Здесь противник. Там батальон? Очень подозрительно. Постарайся найти пропавшего агента. Только осторожнее. Это явно ловушка. По всем данным, эта зона безопасна. Внимание! Вы находитесь из безопасной зоны. Где-то здесь. Пойду-ка посмотрю. Давай уже сдавайся! Они грузятся!
Агент, внимание! Рядом с тобой есть эхо. Обнаружен активный эхо-маяк. Шанс сотрудничать со мной, а ты вместо этого решил меня сдать. Ради всего святого, остановись! Тебе нужна помощь, ты же теряешь рассудок! Ты огрызаешься на человека с пистолетом. По-моему, это ты теряешь рассудок. Я-то как раз адекватен. Абсолютно. Подожди, я почти закончил. Сейчас буду. Не может быть, чтобы агенты спецотряда стали убивать друг друга. Неужели? Нет. Не может быть. Я не верю. Ладно, работаем. Устройство, на котором записали этот эхосигнал, похоже, было взломано. Я не могу установить личность агента. Если рядом с тобой есть комната охраны, можно попробовать провести визуальное опознание. Если только записи не стерли. Скачивай архивы службы охраны. Осторожно, к тебе гости пришли. Скачивание завершено. Идет загрузка. Где-то рядом с тобой агенты первой волны, но они мне не отвечают. Не нравится мне это.
Все это очень плохо. Чтобы агенты убивали друг друга, наплевав на свое задание, ничего подобного мы и предположить не могли. Черт. Агент, действуй с предельной осторожностью. Кажется, на тебя уже обратили внимание. Черт, да ты просто не поверишь. Он еще больше нигилист, чем я. Мистер Родс, все понятно. Давайте просто поставим агенту запись. Но я согласна. Это нечто. До сих пор не верится, что за херню они устроили в этой темной зоне. Да, все на смарку. Я же им объяснил ситуацию, все равно нас заставили отступить. Мы даже тела ребят не забрали. Да, такого не должно быть. Погоди-ка. Послушай, мы своих не бросаем, и этот город мы не бросим. Но те люди, с кем мы работаем, для них это в порядке вещей. Взять и кинуть нас все, если им покажется, что так проще. Послушай, я тоже не со всеми их решениями согласен, но... Я к тому, что пришло время нам их бросить. Их модель не работает. Нужно избавиться от нее, пока она не утащила нас на дно. Пока она нас не убила. Но это же измена. Это здравый смысл. Оглянись вокруг. Тут уже некого спасать. ОТД борется за Манхэттен, которого больше нет. Теперь главное – это власть. Власть и выживание. Эти люди, они обречены. Они. Но не я и не ты, если ты работаешь со мной. Ради бога. Вы вошли в безопасную зону. Молодец, но нужно работать дальше. Геройствуй дальше. Здесь в реальном времени отображается состояние инфраструктуры к югу от темной зоны. А это что? Синий работающий водопровод. Смотри-ка. Здорово. Модернизация – это всегда хорошо. Спасибо за помощь. Прекрасно. Теперь мы тут заживем со всеми этими наворотами. У тебя отлично получилось. У меня есть вещица, буквально создана. Ни у кого больше такого нет.